Добрый день. В интернет-магазине онлайн Trade.ru был приобретен данный товар. Это селфи монопод, называется Smart Pod под номером SP01. Фирма производит ромбика. Так, ну и что из себя представляет внешний вид упаковки? То есть показано, что он может использоваться как для смартфонов, так и для камер, так и для экшн-камер. Так, на обратной стороне также показана информация, то есть из каких частей он состоит. Так, ну и минимальная длина 220, ну, соответственно, максимальная длина это 1022, соответственно, миллиметрах. Так, на противоположной стороне грани то же самое, указано для каких целей служит. Так, на обратной стороне показан производитель и основные характеристики. Так, ну а на верхней грани, соответственно, есть пломба. Ну и также указано, что из себя представляет. Так, внутри находится во-первых, голова, которую можно, соответственно, закрепить смартфон, то есть с максимальной диагональю, то есть 5,5 дюйма. Втягивается, ну и сюда закрепляется, соответственно, смартфон. Так, внизу есть резьба. Ну и чем хороша отдельная голова? Тем, что если у вас есть, например, дополнительные какие-то устройства, например, штативы, то можно ваш смартфон разместить при помощи этой головы на различных штативах, ну и дополнительных устройствах, где есть соответствующая резьба. Так, дальше. То есть вот что из себя представляет селфи-палка. То есть на верхней грани палки также находится резьба, к которому прикручивается данная голова для того, чтобы установить смартфон для съемки. Также можно отрегулировать на различное положение вашего смартфона. Также на этот винт можно прикручивать камеру небольшую, там до 200 грамм, 250 грамм. Ну и также можно прикручивать GoPro. Двигается. Соответственно, двигается. Ну и тоже на нижней стороне присутствует также винтовое соединение. Ну и также, если вам необходимо увеличить длину, можно прикрепить на другой монопод селфи-палку, ну либо на штатив, чтобы увеличить соответственно высоту. Ну и также есть вот ремешок, благодаря которому можно ее свободно носить. Сразу же хочу сказать, что здесь отсутствует кнопка, то есть, ну и в основном
этот монопод, либо заточен для того, чтобы снимать видео, либо если у вас есть отдельный пульт для того, чтобы производить селфи. Так, ну и в документации продемонстрировано, как можно подключать, соответственно, GoPro, небольшую камеру, ну и как осуществлять подключение смартфона. Так, ну и гарантийные, соответственно, обязательства данной фирмы. Тоже всем рекомендую. Всем удачи. До свидания.